В Подмосковье социальные выплаты к 1 сентября придут многодетным и малообеспеченным семьям, которые воспитывают детей-инвалидов. Так, многодетным выплатят по 3000 рублей на каждого школьника, по 13 тысяч перечислят малообеспеченным семьям на детей-инвалидов школьного возраста. Главное условие – доход на каждого члена семьи не должен превышать 24 300 рублей. Денежные средства поступят в начале августа автоматически. Если выплата не пришла, то с 10 августа можно подать электронное заявление о комплексной услуге «Скоро в школу». Кроме того, перед новым учебным годом первоклассники и семьи с низким доходом получат рюкзаки со школьными принадлежностями. Обратите внимание, здесь на каждого члена семьи доход не должен быть больше 16 200 рублей.